этот, я сразу тебе хочу показать свой дом, чтобы ты его, если что, не снес. Давай. Вот смотри, какое дерево. Это мой дом, иди сюда. Вот. Это я два саженца нашел, и я их взял. Да. А что там? Там дом пошли, какой-то? Пошли, да, это я построил дом. Иди сюда, здесь два входа. Вот можно с кухни сразу зайти. Здесь покушать мама тебе даст. Моя сумка, не пойдем. Ты можешь со второго этажа подняться. Я здесь с сирочками все понял. Не знаю, может, на них лагать будет. Но мы пока не решили убирать или нет. Чел на крыше дома вырастил дерево, с которым сделал дом. Я Вася на балконе просто посадил его. Старый заходит, говорит, бля, ты мне барбекюшник, ты мне вид загородил. Вот, я, короче, здесь состригал лесу всякую, и здесь комнаты сделал, иди. О, вот так вот идем, вот здесь одна комната есть большущая. Ну, не большущая, а вот здесь вот комнаты есть, я еще... Батя, а что у него сундук загенерировался тут? Да, у меня здесь еще два спавнера загенерировалось. В этом деле такое... Ты смотри, слышь, Лоскич, у него реально предметы разло... Или да, погоди. Да. И еще вверху... Я хуй сделал? Дом-то не деревянный, нихуя, точно. Ну там, это... Ну это просто вид. Я там громад воды подставил, чтобы на всякий случай не пи***ло ночью. Пока не И ночью прикольно выглядит, потому что я сверчков пообсадил по всем деревьям. И можешь спек зайти там глянуть. И можно вот так вот... Калабанга! Лаван, а хуйня. Помогите мне, я упал. А ты упал, блядь, разбился. Я, обляны. Вон, видишь, я жуков я ходил, я 300 жуков нафармил, чтобы эта хуйня ночью светилась. Я понял. Просто, на пизделе, что ты снесешь его, я хочу, я думаю, если надо, не сноси, пожалуйста. Я не буду сносить. Давай теперь я свой дом покажу. Что за хуйня? Зачем вы все дома свои построили? А что нам делать, пока ты не играл, блядь? Ладно. Пошли. У меня очень секретный, только никому не показывай, хорошо? Да не, вообще никто не увидит, Лоски. Все, вот сюда заходи. Блять, ну ты фрик. Вот это вот такая вот у меня атмосфера. Тут смотри, шторы можно даже закрыть. Что? И... Да. Дальше. Тут у меня складикс. И вот это самое тайное. Смотри. Залезай. Приглашаю. Ох ты, я себе, блядь, слышишь? В этим бахатом, блядь. Да. Прикольно. Бля, как-то романтично вышло, Лоскич. Ну да, немножечко есть такое. Может быть, ты гей? Не. А как вылезти, блядь, отсюда? Ну просто прыгни. Ну это еще такое, сейчас покажу вообще. Пошли на улицу. Смотришь? Бля, Лоскич, ты как в фильме «Паразит». Это мой дракон. Чё, бля? Не ожидали гандоны? Теперь я тоже буду рейд просить. А как? Это яичко всадишь и вращишь. Это всё хуйня. Лоскич, пик ми. Фак ю, пик ми. Фак ю, пик ми. Фак ю, пик ми. Real boss here, бомб. Смотри, что мне дали. Бум. Ау. Сука, с дефон, с броней на хуйню. Гвин, а ты хочешь урон посмотреть? Вот реально, что за пи***ц? А, ну да. Давай я сделаю вещь, я не знаю, что ты меня сванжотишь. Давай. А, реально больно, кстати. Ну, бля, ну за шо? Ну, вот это реально имба, понимаешь? Ну так я-то не этого не успевал, бля. Я уже старенький. А как тебя поднять-то? А можно меня спаси? Умер. Жалко. Че, умер, да, мужик? Ну ты, ага, походу умер, слышишь? Вот да, ты. Пошли еще дом Васе покажу. Давай. У него там тоже русская деревня чисто. Вот. Чисто избушка Васи. Бля, прикольно. Home sweet home. Его... А зачем он sweet home написал? Не знаю. У него, знаешь, тут очень такой атмосферненько тут. Здесь еще, знаешь, кто поселился? Марана. И я, знаешь, что сделал? Только это секрет. Между пацанский секрет. Я ей камеру въебал секретную, чтобы смотреть за ней голый. Я так и не понял, это шутка или нет?
Ну, нет, там есть блок наблюдателя, но в целом это все работает. А ну дай, дай посмотреть, где это. Это реально работает, ты дерофлишь? Ну как, ну она, не знаю, она удалила, наверное. Да ну нет, да хуй знает, просто блок наблюдателя. Ну дай посмотреть, дай посмотреть. Да не, реально блок наблюдателя наблюдает? Ну просто такое ебало на нем нарисовано. Блок как называется просто. Че за хуй? Да ебало. Наверное, сисла, где ее хата? Да вот тут, где все розовое. А, сука, ебать, удалила. Надо новый ставить. Так ты ниже поставил, дурак. А, ну надо глянуть, значит. Так нет, а чё наблюдатель-то? А, во-во. Катя, смотри, какой рафлон ебало смотрит на нее, когда спит. Оно, реально смотрит или нет? Ну... Ты можешь подглядывать или нет? Ну я предложил Владу, нет, она не может подглядывать, но я думал предложить Владу построить. Я предложил Владу построить... Я думал, тут есть мод, который позволяет тебе. Да блядство ты ебать. Да я зомби. Я добью. Ну конечно же, снова в меня, блядь, конечно же, блядь. Ну так отхилься сам, что я вам сделал, блядь? Я в 18 веке ничего не делал, блядь. Ах, да ёб... Ну блядь, ну я что тут, блядь? Я идиотный, блядь. Да покинься, покушай, Сань. Это ну, по... Лоскич, а это надо? А это надо вот это? Смотри, мне дали книжку, и смотри, что я могу делать. Ты умер опять, блядь. Помогайте теперь, что вы стоите. Саня, ты... блядь. Это я для ТикТока сделал. А, да, я понял. Что нам осталось? Нам надо... Дай дракона полетать. Базика, а ты на нем не сможешь летать. Тебе яйцо оставили, ты можешь своего дракончика вырезать. Да, где? На лоске да. Ну, ты у Свейта, я не знаю, куда он убрал. А это что? Это я газ-то поставил. Скорее всего, яйцо Свейт у себя оставил. Так а что, будут сейчас заходить люди или нет? Ну да, они зайдут. Они сейчас дедлоки. Хреново, блядь. Нам осталось, короче, два глазика. О, я могу самонаводящиеся стрелы сделать, я хуй. Это что? Одного данжа. Это что, блядь? Это не знаю. Тентакля какая-то, блядь. Это тентакля, реально. Короче, одного координаты одного данжа я знаю, где глазик найти. А второй, ну, последний... Ты? Блядь, ты где? Да я тут. Последний, короче, да вроде можно даже и не нужен нам будет, потому что у нас уже есть... Это от Ломаки примирительный подарок? Ладно. А еще смотри, есть вот. Так у Ломаки есть опка, если что, я ему ночью сразу ее вернул. Это реально камера? Она работает? Да, можно как-то записывать. А ну-ка дай. Да? Ай, блин. А как? Да там как-то что-то крутить, я не разобрался. Там лента, наверное, нужна еще. Так надо это, тогда надо это Лужожу отдать. А то что он какой-то наблюдатель там ставил? Хотя бы снимать. Да-да-да, хотя бы за... Это за картиной какую-то надо воткнуть, понял? Так, ну что, нам надо этих ждать и... Да-да, ждем. Чай, тогда... Почти конец. Все, мы почти прошли уже сборку. Ну нам осталось в энд пойти, и там финальный босс получается. Че, мы крейт, не это самое? Ну, хрень, как будто хуй на него, если честно. Я бы занялся, кстати. Но жалко, что проблема заключается в том, что я съебываю. Когда? По-моему, 9-го. У меня ощущение, ребята, что меня кто-то наебал. Никакого нету этого, блядь, яйца. Да ну, Свейта, скорее всего, осталось. Да, он написал, что оно у него. Я могу тебя пока хотя бы подготовить к этому, к выращиванию. Там же его растить надо. Давай, а как? Там надо очень много мяса и костей, блядь. Кость дракона пойдет? Из них сначала тебе лучше этот сделать. Рог дракона. Короче, в этот рог ты сможешь сувать своего дракончика. Ну, типа, переноска. Ой. Понял. Я хотел тебе так. Ласкичу взял твоего дракона. Это Ломака тебе подогнал голубого дракона. А Ласкич спиздил. Предъяви ему. Ласкич, ты кто спиздил моего дракона? Правда, правда. Найс донатер. Да, это правда. Найс наебывают. Бля, Ласкич, ладно. Я Ласкичу прощаю. Да что прощаю, я наебали, сука. Вот, пожалуйста. Да не, Ласкич, ну если ты спиздил, можно же было и сказать, типа. Да, а ты говоришь, у Слейта. Да ебать, ну все. Ты его прощаешь, потому что он... Да. Именно да. Так. А что вам надо? Что вы ищете, блядь?
Я себе сейчас рог делаю. Чтоб дудеть? Делаю еще и флейту. А зачем? Там идет так. Что за ебано, алло, да хватит хуй. Да мы там, песню вспоминаем. Там по-другому, подожди, сейчас я лоскиш найду. А это что? Так зачем тебе флейта? Тебе нужно рог дракона. А зачем флейта нужна вообще? Флейта это чтобы, если он улетит, от тебя подзывать к себе. Бля, что я делаю, вообще еблан. Совсем отупел от загадок. Рог дракона еще сделай. Сделал. Так это флейта. Тогда надо кости где-то залутать. Да я уже вот их делаю. Теперь, короче, надо этот мясо дракона сделать, чтобы этот, кормить своего питомца. А, я вспомнил, я помню, что за песня. Вот, кстати, бокс, а также жди схвату Дианон из портиков. Они подкинут тебе наркотики, и ты будешь сидеть 10 лет за то, что ты рачил на фуре. Это грех, бог недоволен тобой, бог зол, хара. Ой, мне похуй. Я люстра. Лоскич, а можешь выйти из двери, я попытаюсь к тебе присосаться и улечу из дома. Там сирена была. Ладно, ну немножко завез контента. Скучали по мне, а меня никто не звал, поэтому я тут не было. А вот так было бы смешно всегда. Ебать, а я картошку проебал. Так ты, Сань, эту хуйню знай и на этой, ты реально люстра. Посмотри на себя. Я реально люстра! Это называется завод с контента. W. Ну хуйня, ты не дай мне красиво уйти, уйди. W. Это лучшее, что есть. Это лучшее, что придумали в Майнкрафте. У Диппинса так папа сделал. Нет, у Диппинса папа вот так сделал. Придурок. Я просто... А, нет, стой, я вспомнил, подожди. А тут нет команды Ваниш, извините. Ни в коем случае не хотел обидеть. У тебя нет каких-то... Он хотел обидеть. На лук пиздатых. Я никого не обижал когда-то в жизни, говно. Меня. Меня. Когда я тебя, говно, обижал? Ты меня обижал с ним тоже. Ну тебя-то можно, ладно. Да, да, ты сильнее, конечно, да. Побей меня, побей, ты же сильнее в Майнкрафте, блядь. Давай с тобой выскочим, блядь. Партер, блядь. Кристалл сделать какой-то. Сейчас у нас ребята зайдут, и мы пойдем. Тут у нас деревня, заходишь, тут мясо продают. Это рынок местный. Он тебе мясо продает? Да. Ходим, сейчас я тебе все дам, покажу, как крафтится. На кости. Кока. Теперь верстак открываю, на лупу нажимай и смотри, у тебя там есть мясо дракона. Нет. Да есть, промотай страничку. Нету. Да нажми, что ты можешь крафтить. Привет. Куда? Что я могу? Ну верстак у тебя там крестик. Я не понимаю. Может правый? Что сделать? Ты на верстак-то нажми, верстак открой и в верстаке лупу нажми. О! О! Вот его, да. Все трать. Его очень много надо. 24 вот. Куска. Это на даже одну стадию не хватит, по-моему. На одну надо 30. И что делать? Надо 120. Надо еще кости, нас костей так не хватает. Мясо у нас есть. А что происходит? Саня писит на големов. Можно ли из костяного блока кости добыть? Нет, там пыль только костяная будет, костная. Сейчас надо посмотреть, может у нас еще дома завалялись эти костяные. Так у нас столько не будет, 120. Там мамака где-то находила этот замок. Можно в этот, в Twilight Forest сходить, там кости попиздить. Приятного аппетита, Влад. Спасибо.
А там обычные только гости? Только я Артём. Да, да, там обычные гости, и можно там от гидру и забрать, и как раз покормить гидрой этого предмета. Дракона. Кого, тебя что ли? Поняли, 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 нет? А вон напишет, ломаки фармилку в сумеречном лесу, минус 1019 тысяч на кости. Пошли туда. Что лома... что, Жожо? Да у тебя мама сосала, чё ты? Ну и что? А ты не завидуй. Почему? Мама сосала? Да. Мам, что мама сосала? Пенисы. А чё мне ты завидуешь? У тебя мама сосала пенисы или чё? Да. У твоей-то муж скончался уже, сосать некому. По-моему, ты, по-моему, когда ты живешь, у тебя мозг на 20% хуже работает. Ты так глупенький. Чё хочешь? Съебался. Ты дома у меня. Жожо, знаешь? Ну, костей надо вот. Знаешь, как ебать трескается? От команд. Для одной кости. Нет, там надо... Не надо. 300, наверное, будет. Пошли в сумеречный лес пофармим. Погнали, я и правда хз, где это, но погнали. Бля, ребят, томатный сок, это просто пи***ц. Погоди, стой, Лоскич, не беги. А у тебя есть карта этого, и хуй ты не взял? Не, ну там я... Кстати, что это за маленький, б***ь, кто тебя звал? Кто? Вот это вот сидит, б***ь, слышишь? Я и так с вами, б***ь, нигде не бегал на протяжении всей сборки, б***ь, я один бегал, можно хоть час её? Если надо, можно. Я могу уйти. Конечно, и... можно, Жожо, можно, понимаешь? На, вот это, кстати, тебе возьми. Там в ту сторону. Минус 1000 же чат. Да Гвин только что впервые убил зомби. Я. А он крутой. Бля, так нам как бежать долго? Да нет, еще волк. Прикинь, Жужо уже потерялся, блядь. У него ТПшки нету вроде. Стой! А ты видел? А ты видел, какой у меня молот теперь он? Нет. Смотри. О! Сегодня делали полы в квартире. Да хватит! И один мужик случайно на свежеположенную плитку наступил. И, блядь, все хором начали. Я твой рот шатал, блядь. Ищи в гугле самый мощный нация, там будет узбек. Ну хватит, хуй. Я иду не взял. Да, у вас смс очень большой, я отстаю от вас. Лоскич, прямо бежать просто. Вот так, наискосок немножко. Я 20 стака курятины, да, я в курсе, и что? Я тебе скинул еще этот суп, картошку. Так курятина это хуй, ты че, бро? Ты курятину не трать, это тебе для мяса дракона надо будет. Я говорю, можем ядру пёзнуть и отнёшь много... Да там замка, попадает. Это, замка... Я твой рот шатал, бля! Ищи в гугле самой мощной нации, там будет узбек. Я твой рот шатал, бля! Вы никто! Сука, еб... Пиздатая паста. А вот слева погнали, вот же замок. Или его пиздили. Это даже ближе. Сигма момент. А лич идет после какого? После наги? После наги. Нам костины только нужны. О, че уже костюм, блядь. Только спавнер не ломайте. Да, спавнер только не ломайте. О, костян. О, найс! Собираем. Там еще спавнер должен быть выше. Давайте на два спавнера. Да, да, я пойду выше. Пять костей, но это я полгода буду фармить. Тут мало чего-то костянов. Ну пять костей, а надо 120? Там, по-моему, 400, но это на фул надо. Тебе, в принципе, чтобы летать, поменьше можно. Пойдем лича захуем. Так а тут его и нет, блять. Говорят, что это не та типа, где ломака нашел, там два спавнера. Ну пойдем другую тогда, слышишь, координаты минус 1000. О! Уебан. Хеллоу. Минус 1000. И минус 12000. То есть получается, мы сейчас идем хуеть вставлять эти штуки, да? Идем вставлять через твоей маме. Не, твоей бабушке, долбоёб беззубый. Последние. Ну просто кость идем добывать, ты из них еду сделаешь, и потом вырастешь этого дракончика. Че темно стало так? Ой, кто свет выключил? Это потому что у вас не пройдено, наверное, здесь. А ничего, мы сюда бежать не можем? Ну да, здесь вас ебашит. Еб***то что? Чего? Паучок. А, это волк. Ебаться. Они слабые. Ой, тут, все, тут страшно. Да забейте, сверху вижу, здесь хуй с пауки только пропало. Со скелетами на этих спинах и
все. Теперь не темно. О, у Мака зашел, все, они доиграли походу. Ой, тихо, йети. Просто с двух тычек падают. А ну-ка, что у нас по координатам? Какой тут? Алло, Лоскич, ты что, пьяный? Что? Почему мы на 12 тысячах? Потому что мы, ну, в другом минус, мире, ёп. Минус тысячи, минус 12 тысяч, все правильно. Минус 2 тысячи там. Минус 12 тысяч, все правильно. О, вот он. Где? Вон. А, вот, да. Даже никто не бегал. О. Опа, я там, братва, собралась. И чё, где? Ну тут два типа спавнера. Ох, вот ты! Вот Мака тут уже сделал. Ух ты, нихуя себе! Я все засрал. А чё тут происходит? Спавнится цепочки. А, ты сломал специально здесь, да? Того Мака я сделал. Еб, хорошо тут сыпет! Бля, надо выкинуть в дырку это все дело, погоди. Ты себе засри чем-то другим, там, костями всем соты и все. Ну тут уже поактивнее идет фарм. Ну тут они спавнятся, извини меня. У меня 20 костей есть уже. А где 2-то, блядь? А, они сверху, сверху, что ли, еще падают? Да, да, да. Там сверху не работает, кстати, у меня ощущение. Не, спавнится, спавнится. А, да, спавнится. Добыча нужна, без нее мало. Кстати, да, у тебя есть на добыче что-то? Нет. Я с собой тоже не брал на добычу. У меня на добыче меч есть, я могу пиздить. Давай. Пиздить тогда, да. С добычей, да. У меня как бы я не сдох. Ну, уже 50 косей из этих. 36 у меня. У тебя сколько, Лоб? Я тут стоял. У меня так же. Алло. Алло. Чего, нашли мою фармилку? Да. Вов, у меня тебе подарок есть. Примирительный! А ты извинился, кстати? Ты же не прав. Я себе. Нет. Ну, я считаю, я прав. По факту не... Нет. Я не буду, ладно, извиняться. Ну ладно, можешь не извиняться, но я тебе подарок дам. Смотри, на. А чё ты? Куда скинул-то? Ну вон он на блоке лежит сзади тебя. Это что? Ну, Калибур. Посмотри на дамаг его, тебе зачарил его. А ломак, ох, еб... Тебе? На нем перки работают. Дамаг, погляди-ка на него. Сколько? Угу. У меня 20, чтобы ты понимал, на вот это. Ладно, ломак, ты прощен. Алло! Что-то случайно забил. Нахуй его, вы убили. Так он упал, поднять хотел и забил случайно. Так это у тебя из-за меча, слышишь, ты шотаешься теперь, по-моему, не? Погоди, а чё у меня меч прям это пи***ц урона? Ну 30 дамага, я тебе говорю, въеби пожужжо. Да иди нахуй. Не, ну въеби, въеби. Да я не хочу ему въебать, мне его жалко. На полоскича, на полоскича, ладно. Он толстый, с него уеби, тебе подарил, с него уеби. Посмотри, ломак. Бля, охуеть! И сердечко осталось, и ты сдох. А почему я-то вздыхаю? Не знаю. Чё за подгон такой? Ничего не понимаю. Какой? А что мне? А что я тут должен был прочитать? Один удар, и ты мертв. Да! А нужен такой? А чё ты сдох? Ломак, ты издеваешься? По-моему, это не примирение. По-моему, это разжигание войны, я так думаю. Так вот, я убью, чё? По-моему, это разжигание войны, я бы его отпиздил сейчас. Смотри, ломак. Нет, так... Вот туда сейчас рукой. Я бы отпиздил сейчас его стоял. А чё ты реально сдох? Возьми в руки Эксалибур твой. А, так вот чё я сдох сегодня. Охуительный подгон, ломак. Так а я думаю, чё мне ваншотнуло, б***ь, вся эта меч тут, б***ь. А я думал, что почему дамага так много. Ладно, Вов, тогда другой подарок есть. На, подписывай заклинание. Вот это. Красненько стоит. Только, блядь, не прожмёт случайно. Теперь прожимай его и меч бери в руки. Ну нет, нет, стой, ты его не подписал или подписал? Подписал. Точно? Да. Ну давай, прожимай заклинание и бери меч тут в руки. Только прожми, прожал, скажи. Да.
смотри, руки, возьми меч вот этот. Не-не, который убивал тебя. Смотри, видишь? Ты не умираешь. Да нет, ну не пей, видишь, ты не умираешь. Охуенно. Ну ладно. Абуз. Инфаркт имба, говорят. Ну да, если вы дал. Ты можешь давить этот инфаркт, и ты 25 секунд будешь этим мечом пиздить. Неплохо. КД на применение инфаркта. Ай! У тебя броня сломалась? Нет, да? Он горел или что? У тебя броня сломалась. Охуеть. А почему у тебя броня сломалась? Потому что она чего дамажит? Нет, его ничего не дамажит. А как он падает тогда, ёб? Нет, так типа он не получает дамаг от меча, блядь. Но он все равно же, он же умирает по программному, блядь, он должен дамаг получить. Вот, а у вот тебя броня толстый, целая была? Толстый. Да нет, подожди, подожди, вот я скажи, не знал. Вот как можно подарить подарок, а потом подарить еще одну хуйню? Нет, подожди, заклинание инфаркт так не работает. У меня тоже инфаркт заклинание, у меня не ломалась броня никогда, но у тебя целая была до того, как я тебе дал ее. Да? Да не может, почему у тебя броня сломалась? Вся нахуй, кроме неломаемой. Два хуй подгона, я теперь голая жопа. Я тебе клянусь, я не знаю, почему у тебя сломалась броня. У меня не ломалась броня, я когда его нажимал, я да, умирал. Я не понял для чего, но я думал, что ну похуй. А это он убивает, но я тебе инфаркт тоже нашел и дал тебе его. Мне еще Ломак, прикольно. У тебя один подгон. Не, иди нахуй с подгонами. Того, что мы имеем. Минус 47 левел. Минус вся пиздатая броня. Я бы выкинул, у тебя сама броня сломалась, да я не верю, что это меч сломал пора броню. Бы, пора бы опку забрать, я думаю. Подожди, я перемотаю на стрим, когда ты... Кстати, Вова, из-за опки Владика у меня весь инвентарь пропал с броней. Ну, так. Ты сын ш**, я тебе его вернул. По-моему, у тебя мама сосет за деньги. Я не знаю, зачем. По-моему, твоя мама продавала свою жопу 18 лет назад, когда нахуй родился ты. Когда я был 60 лет, ты ну да, конечно, по мифам еб прошлись. Долбоёб. Тебя мама, чтобы по ней топтались. Как ты, извращенцы, не любят. Ну да, просто топчутся по ней, и все. Женщин нормальные тебе не дают, ебана. Я не ебаю твою коргу старую. Я не ебаю твою коргу старую. А хоть кого ты назови, хоть одного, а, не можешь. А, так у тебя, подожди, реально броня фуловая была, какого сломалась? Потому что это не хуйня буст. Потому нет, он факт не ломает. Я был в иммунитете, видишь? Но после того, как иммунитет снялся, мне урон от скелетов уебало. И чё ты думаешь, те, вот эти скелеты могли бы тебе дамага, что у тебя броня сломалась? У меня фуловая. Любой дамаг, это один удар по мне. Может я тебя уебал один раз. Уебал. Да нет, я нет, уебал. Да нет, нет, нет. Подожди, ты после инфаркта 50% урона получаешь. Минус много тысяч по 100 урона, и она нанеслась по броне. Так и сломалась. А, это Жожа, походу, из-за того, что тебя нахуярила. А чё ты на меня тут пиздишь? Это просто предположение. Нет, ну смотри, давай, 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 на, смотри, я нажал инфаркт по мне. Хотя хоть все, давайте. Давай, ладно. Давайте. Ну ты-то не мечом. Вот, блядь, кто меня убил, нахуй? Лоскич. А я тоже взял. Пить, я хуй. Че вы, блядь? А че мне с броней-то делать, моей? А я не знаю, она почему тебя сломалась. У меня ни разу не ломалась после прожатия инфаркта. Я тебе клянусь. Это какая-то хуйня, что у тебя сейчас сломалась. А у тебя есть какая-то пассивка там, типа, или нет? Ну когда я уебу? Нет. Блядь, я так умру, я тебя не смогу. Это шипы просто. Да я опять умер ваншотом. Ты у тебя брони нет, ты стоишь на стиле. Да нет у меня чара на дамаг, нет, у меня нет никакого зачарования, которое возвращает дамаг в таком кратном размере. Ну я не знаю, что нужно сделать, чтобы сломать броню целую вот эту вовну. На меч. На меч, прожми инфаркт. И встань в угол, я по тебе покурю. Не-не-не, дай я подожди, КД еще. Ощутит сейчас, смотри. Да вообще не хуй будет, подожди. Будет. Прожал? Давай. Да, давай. Сейчас. Вот сейчас готов. Да, смотри. Сейчас погоню. Я тебе один работаю, и главное, как палец, сука. Ну все, все, ну. Вот смотри. Ну все, все, прекращай. Вот, ну смотри. Иди дома, прикалывай. Ну не бейте, все, вот видишь, смотри. Ну я инфаркт, смотри, заканчивается. Все, что он закончится. Ну инфаркт закончился, ну я ж видишь, не сдох. Ну чем, брони у меня у тебя сколько потратилось? Нисколько. Ой, да ёб твою мать! Ну у меня посох сам прожался.
Бля, Лоскич, ну ты реально красава, 90 левелов. Блядь, съебались отсюда! Бля, Лоскич реально это супер дебил, еб... Хуй знает. Типа, ну, вот, случайно, и сейчас еще луки, да засунем в жопу способ свой. Тебя так же добил. Есть такая хуйня, называется броня эфрита, которая не ломается. У тебя фул броня эфрита. Так я до брони эфрита бегал с инфарктом. Я Жоржа настакал ударов, и вот получи. Ну, как написали, так и было. Ну, у меня пон ожидания сломались, в этом и прикол. Я все нашел, 11 стаков есть, все, все. Ну все, погнали домой, нам уже здесь. Да я уже в рот этого дракона въебал. А у меня сегодня пропал дракон максимальный. Так тебе и надо, ебаная гнида. Че, домой теперь пойти? На, я тебе скину всю эту сразу. Сейчас скину? Ребята, я в говне! Тебе сейчас скинуть все или нет? А чё? А ну... у Ломаки пассивка, он просто, если ты собираешь, ты дохнешь, и у тебя лут пропадает, тебе желание играть не хочется. Просто еблан. Да, Серега, это пассивка. Ты забрал у него опку, это было правильно. Это было правильно. Это было правильно, что ты у него опку забрал. Я искренне. Искренне. А, Владислав, ты мне вещи отшал, потому что я с тебя они пропали, как бы. Нет, они не пропали, не пропал. Да, почему ни у кого больше на сервере? Да, Серега, не... У кого больше, ни у кого больше на серии вещи не пропадали, один ты, говори, у которого три раза вы пропадали раз вещи. Да, да, можешь говорить, человек. Только не заикайся. Прости на коленях. Говори, а, говори ты уже сидишь на жопе. Говори еще раз. Прости говори на коленях. Говори еще раз, прошу прости только не коленях. Заикайся. Я не, прости блядь, на не коленях. Ебать, чтоб я дебила слушал. На коленях прости, говорю. О боже. Друзья, не убивайте друг друга, ну хватит, ну что же. Прикольный босс. Что это? Я не знаю. Просто ПКМ зажми и умирает тело. Я первый раз рожу. Да ебаного кота Леопольда. Да ладно там. Я всю броню попал. Там нужна бумага и два медных слитка. Ой, бля. Подгон. Я не хочу никаких подгонов. Это безопасно, это нам безопасно. Да не иди ты нахуй. Да это веер просто, сайвай лайта. Возьми просто, вот, блядь, понял. Обе, на, ломак, спасибо, не надо. Слышите, да, у меня появилась идея. А чё если бы бронь сделать себе вот эту игнитовую? Зачарить её сейчас и вообще с кайфом не пердеть. Потому что тогда получается я могу прожимать и просто буду пи***чить типов. У меня тряска. Бро, причина тряска. А у нас и нету игнитовых слитков, блять. Да хули, блять, из креатива сейчас достану, буду чариться, блять, что делать. Я думаю, мне простительно, но это какой-то реально, блять. Чё стоим, амбро? Эл, да хуй не делать-то? А чё урон не проходит? Уйди с лестницы, Вы знаете, сколько я фармил на эту броню, блять? Вы бы охуели просто от жизни. А мне, ну похуй уже. Пусть и шлем этот будет, блять. Хотя нет, как у меня было-то, блять, там... Как называлась вторая броня? Вот этот, по-моему, у меня был. Этот? Есть у кого еда для котиков? Там пару котиков я видел. Вот так как у меня было. Опять сломается. Да не, смотри, Ломак. Вот иди сюда. Поменяй броню, пожалуйста, на другую. И прожми то же самое. А ты можешь через опку написать слэшпил, мой никнейм? Да, нахуй. Напиши. У меня забагалось, мне дамаг не проходит. Я... не работает. Ну-ка, пи*** по мне. Мне по бездании ничего не работает. У меня тряска. Ты кинуть меня не можешь даже. Так я вот тебя убиваю. Ты что, не умираешь? Бессмертный, блядь. Так ты реально бессмертный? Какого хуя? Не знал, у меня сердца черные. У меня тряска. У меня дамаг не проходит никакой. Да, у меня был такой баг тоже. И что ты сделал? Что сделать? Чтоб мне он пропал. Перезашел. Я перезашел, не прошел. Идея свитер собирать. Так, я скажу сейчас, когда забирай, прожму, да? Погоди. Книжку, да, забирай. Прожал, давай. И я тебе. Вот, погнали. Стой, я погнал тухмык, а то сейчас у меня бьет. Все, давай, ебать. Ты ударь. Стой, сейчас можно спать. У меня сейчас должна броня сломаться? Ну, давай, я смотрю. Нет. А нет. Как? Ну, у меня ничего не сломалось. Погоди, посмотри урон. Нахуй. Да это какая-то ебала, блядь. А чё я на грудник был целым, смотри, он на грудник целым остался. Может, баг словили, потому что я... Ну, знаю, потому... Но я же тебе говорю, такого никогда не было. Не прячь меч, пожалуйста. Не убирай его из рук вообще. А, на тебе, слышишь? Скрафти тут. Да-да-да. Чё?
Все, давай. Сейчас попробую давай, с руки просто. Спам тоже по мне расплывать. Да нет, зачем с руки? Есть там любой удар засчитывает. Я не могу умереть! Еще 5 секунд инфаркта. Ну ударь меня, Серег. Я не могу! Все, хватит. Ничего не сломалось. У меня баг это не проходит, я думаю, это масло. Смотри, поднимись. У меня, смотри, фуловый нагрудник. Да я верю, кидай даже. Я верю. Но, типа, он даже вообще не ломается. А Вов, дай мне меч, я же бессмертный сейчас, по идее. Может, если я убить смогу им, дай мне меч. На, я тебе скину. А вам не кажется странным, что он меня Жожо, возможно, ебнул и сам баг словил? А, я не могу его поднять. Бля, ну короче, сказал, да, я подозреваю, это баг какой-то. Какой твой ебаный, просто почему ты такая гнида? Сука, смеется. По смеху слышно, что толстый, понятно. Прочность, защита. Че у меня там было еще? Что-то можно еще зачарить через нагрудник? Или вот это у меня только было? Ты пока был под инфарктом, меч возвращал тебе урон и ломал броню. Нужно шапку себе прикольную сделать. Но у меня теперь... Слышишь? Ты если хочешь... Кто тут у Игниса броню, я могу полететь в ад, найти Игниса, и мы зафиздимся. Да не, она не пи***тая, она хуже чуть-чуть. Да сходи, она лучше. Ну она лучше под инфаркт. Ну она лучше, она не... Сборки-то лучше броня. Видишь, не получается так же разрушить броню. Начинаем еще раз. Когда ты делаешь удар мечом, ты накаешься. Берсерк позволяет не умирать. Соответственно, Ломака или Ласкич должен прожать Берсерк и бить вас много раз. Бля, тоже прожмите Берсерк. Нихуя выпало, да, чат? Можно смертей забрать броню через креатив, Серег так делал. Тогда, соответственно, это надо удалить. Что я собаке кость положил. Да, какой-то смешной. Все слышишь, как смеются? Все смеются. Влад, очень смешно. Да мне главное весело. Тебе главное весело и вкусно. Деньги в семье есть, мажешь и работает, блядь, убоём. Слышь, чё, Ломак, а прикол-то в чём? А как она могла сломаться, если, блядь, я её только что достал со своего трупа фуловую? Я не понял, как она, как так получилось на самом деле, честно говоря. Ты её из-за креатива фуловой достал, Вов, если чё. Ты хочешь сказать, она из-за креатива фуловой стала? Да нет, да я смотрел у тебя на стриме, Вов, у тебя она была целая. На яйцо. Пати-па-па-пати, пати-та-ти-те-та. Бля, я может еще раз проверим, Ломак? Ломак. На твоей броне? Да, я прям вот так же сделаю. Что я делал, я не помню. Пойдем наверх, вот сюда вот. Давай. Так, ты нажал инфаркт и меня по-моему, да? Да, или только дай мне этот меч. Влад, я понял гениальность бытия. Бей в инфаркте с мечом. Сейчас, погодь. Значит, получается. Нет. Да стой здорово, тогда. Здорово, друзья. Бей, отойди. Так я тоже инфаркт давил. Давай посмотрим, что будет. А, слышь, Вов, подожди, в инфаркте есть шанс, что ты... А, разрушение какое-то добав. Стой, 9 секунд у меня этот еще инфаркт. Так я сейчас сам умру, понял? А, надо потухнуть, б***ь, я сейчас умру. Не, я не умру. Его добило сразу. Подними меня, лосыч. Так, ч***ь меня добило-то, б***ь? Все это за меч. Как он называется? Экскалибур. Че меня добило? Вот я тоже. А чё я сдох, я фуловый был. А я не знаю, оно через жопу работает как-то. Ладно, смотри, какой у меня дракон, Вов. В общем, я ебал твои подгоны, че. Пошел-ка ты нахер с ними. Заберите, ребят, имба дарю, лал. Держи, братишка. Бери. Возьми в руки. Возьми ударь в руки, меня, лал, ударь меня им, лал. Минус левел, да. Это за. Он меня убил. Тебя меч убил, это бог. Бери в руки. Бля, тебя я взял, ему в руки, бля. Тебя сейчас меч убьет, Выкинь. Да все, заберите. А как можно, если положить меч в книгу, ой, не в книгу, а на картину, я могу уже забрать? Да дайте, подкинь Сереге меч этот. Да я он не может я... забрать. Подойди, положи его в эту, в где она висит, куда его положить? Ну ладно, иди сюда. Что вы делаете? Так, что мне с яйцом мутить, Слейд, погнали. Пошли за мной. Это грозовой дракон, чтобы он у тебя вылупился, тебе нужен дождь. Можем команду, конечно, выявить? Не. Тогда иди сюда, у нас специальное место для этих плотов. Вот тут мы кентов выращиваем, че. Вот, мы сюда просто ставили драконов и ждали грозу. И все.
Это самый худший, кстати. Но потому что лучшего Лоскич забрал. Починку на шлем. Точно, забыл. Ну что, у меня сейчас шлем мощный. Я решил его свой выкинуть, а этот, блядь, оставить. Что тебе показали? Починку. Да, починку. У меня хуй дракон, мне сказали. Сказали, что ты спиздил хорошего у меня. Да какого спиздил? Я ничего не пиздил. Уйди от меня, уйди. Я ебану всем нахуй буду, блядь. А ты не пробиваешь, лох. Нет, Лоскич, ты лох просто. Книжку на починочку можно мне? Вов, смотри, он бегает, убивает. Всем, тебя ебать. Иди сюда, блядь. Ну не надо, нахуй! Иди сюда, сука, ебать, блядь! Ты сам сказал, дай тебе этот... Давай. Ты в инфаркте миокарда? Не, у меня урон просто не проходит от него. А он меня просто уже бьет, похуй. А он пробовал? Это броня проходит. Да, он пробовал. А! Смертный читер. На! Да я... Это кто? А почему? Почему я не сдохну, не могу ни дамага, ни ничего, что? Здравствуйте. А это что чья женщина? Делаете? Моя. Лейта. А, понял. Не 12? Да нет, ей, наверное, 35. Дамага снова попадет в сервера. Да, а, да, я. Да иди Да это я его бью. А ты меня зачем бьешь, блядь? А, я думал, это тот меч. Нет. Вот тот меч у него, вот он, смотри, бегает. Убийца. Серег, тебе надо как-то, слышь, Серег, тебе надо как-то отхилить, чтобы ты смог. Зачем? А я не знал команду, никто не знает команду. Сейчас встрял сервак. Помогало. А чё кто делает? Да вон дракон. Ах, ёб твою мать. Да, что это за? У него самый пи***й дракон, а всё на меня вину передают гондоны. Я на нём. А у меня левела нет. Или мне хватит? Вов, смотри дракона, нам покажу своего. Да, надо тебе с дракона будет рычать. Где, покажи? Смотри. Там есть колечки, которые как ману тебе дают, типа. Как вам, ребята? Вам Вов показать? Да. Ты его из креатива вытащил, что ли? Нет, я на стриме его достал, добыл. Так ты ж проебал своего дракона. Нет, я синего проебал. Я синего проебал, а это черный. Самый редкий, это грозовой. А у меня какая-то хуй, блядь, там растет, сука. Уже же молоко выпьет. Да он не может, он как будто бы умер. Ну ладно, я его буду любить, как будто он самый лучший. Ключи дождь. А можно как-то его призвать в этой игре? Без команд, без читов, типа. Алло, вы скажите, что это за хуйня сраная? Вот что это такое? Это мой гадракончик здесь растет. Да можно красиво взять, а не... Еду надо для дракона, у тебя не хватает. Как это у меня не хватает, если у меня хватает? Да мы тебе не сделали, надо сделать. Что такое? Что, так вот у меня 100 с чем-то кусков. А, у тебя ты уже сделал? Да. Какой? 105 кусков. Драконьего. 120. А 120 надо. Это на максималку, ему 120 не надо. О! Он шевелиться должен, если будет получиться. А ему нужны условия какие-то? Вы читали? Гроза, наверное. Не, если это грозовой, то тогда нужен дождь. Ой, бля, Лоскич, надо идти выдвигаться. Чем мы нихуя чем не занимаемся-то? Давайте боссов уже реально запуярим. Удали, короче, выйди с сервака, на клиенте удали мод, который вот это вот как раз-таки за кнок отвечает. И зайди с ним. Тебя выкинет. Я смогу зайти с ним? Тебя выкинет сразу в меню, потому что скажешь, что типа нету этого мода. Ты его назад закинь и заходи, скорее всего, помогает. Ты точно хочешь? Я могу в целом и так поиграть. Не, ну это хуйня какая-то. Это ж весело, попробуем. Не весело, что ты не умираешь. Я не умираю и не хуй даю дамага, исследуем этот баг полностью. Сейчас попробуем, знаете, что сделать? Через команду кильни его. А, да ты что, блядь? А я и не додумался. Через команду. Я ему похуй. Я не получаю дамаг. Смысл? Попробуй меня под карту кинуть, если что будет. Спектатор дальше жожу. Ничего, так же, такая же тряска. У меня есть координаты одного данжа, где глазик. Глазик? Какого? А вот я сейчас себе броню там смогу сломать вам. Блять, а ты ломается? Жожо, зайди в ад. Жожо, зайди в ад, попробуй. Я уж хз, если честно. А вы пробовали ему? А под карты его за. Так он вещь не заберет. Не, а заберет через админку. Могу забрать. Так же, как и ты его. Где
не работает. Ну сука, ну я не пойму, мы пойдем куда-нибудь или что? Давайте на босс. Мне на команду написали ТП ЖЖО 100, минус 100, 100. И куда это он? Бля, прикинь, он там сейчас по бедроку, под бедроком будет бегать. Мы можем пойти на босса механического, у меня есть координаты. Хуй. Это что там было? Вообще, просто страшные звуки какие-то и все. И под дамаг... Нет, звук дамага наносился, но ничего не получалось. Это не заяц, что... Кто? Кто это? Почему это? Я говорю, удали этот самый мод просто и заходи. А я не знаю, блядь, а как он называется? Можете в чате подсказать? Погоди, потом, стой, давай попробую, знаешь еще что? Написали команду слэш киллер, ты пробовал? Да. Только на момента, как у меня это... А, ты можешь эффект выдать? Не-не-не, плохо-плохо. Вот это попробуем. У меня черные сердца, я не знаю, что это не значит просто. У него все сердца черные. У него неуязвимость какая-то. А как мод этот называется? Может, команда есть, которая поднимает, типа, рест, ну, нокнутых? Скорее всего. Да у него не у эффекта дело, не эффект, это мод у него. Да не, ребят, он вообще сделать не может. Мы не можем у команды убить через консоль. А ты можешь попробовать через эту, через... Можно поменять погоду. Нажми на букву Е, сверху слева в углу, где квесты Ревай, есть иконка тучки. Так это, блядь, админка, алло. Серег, я тебе говорю, выйди из сервака, зайди без мода и опять зайди. Ты как он называется, я ж не найду его. А, отойди, Лоскич, слышь? Есть еще одна идея. О, кто-то написал Resurrect, есть какая-то. Не-не-не-не, погоди. Серег, смотри сюда. И че? Ну и че? Как зачем? Мужик, у тебя нож в спине. Мне похуй. А что это за хуйня? У вас нет этих стур? Что это за хуйня? Всего пылька этого падает. Лоскич, смотри. Не надо. Ломака, смотри. Ну, меня похуй брал. Ты уверен? И чё? Смотришь, Ломак? А если я? Сервак залагал. Всё. Походу умер. А знаешь почему? Ты сломал мне предметы, которые нельзя сломать, по идее. Они не ломаются никак, их никак нельзя сломать. Никак нельзя сломать их. Да-да. Бля, ты ему и броню сломал, которая у него была. Броню сломал. Так он может ее достать. А где? Их нельзя сломать, это неламаемые предметы. В смысле? А ты можешь через Ю посмотри, они есть? Да через Ю-то они должны быть. Серег. Чего? Попрыгай, взлети просто. Никак. Ну бля, у него анимация залагала. Я просто божество. Можете мне построить статую? Я... Ты повесился. Ты черешня. Серег, а у тебя рюкзак открывается? Ну да. Ну нет, я не могу его открыть, у меня инвентарь сразу закрывается. У меня тоже твой закрывается сразу. Да. А может ребутнуть сервер просто? Ну давай. Давай попробуем. Стой, подожди, только нужно нормально засейвиться. Пытался молоко выпить. Ты... Какой нахуй молоко? Что вы пишете? Человек говорит, я не могу, типа у меня все закрывается, ничего не работает, чел, вы молоко. Второй пишет, через консоль его убейте, вы что, идиоты? Эта хуйня не фиксится, у меня был такой баг на этой сборке, нужно либо менять АК, либо пересадовать мир. Серега! О, ура. Хуй мне, да, наверное, нужно АК мне удалять, либо новый тип, не знаю. Надо АК удалять. Ну давай, иди вещи выложи, или ты не можешь даже там сундук открыть. Я тот, который у меня в этих статах первых. А ты можешь сбросить что-то? А их бросить можешь? Ну эти да, могу. Ну вот, ладно, че. Да не, попробуй. А так радовался вначале, кстати. Я, может, я так буду играть, пожалуйста. Не, ну какого хуя, блядь? Пожалуйста. Если так командные строки решили, что я много умирал и служу бессмертия, это так и должно быть. Подожди, а Жожа бессмертный стал? Да. Может быть, я теперь с крутым мечом. Я теперь могу наносить дамаг, можем пойти в Эндермир какой-нибудь, босс описывает. Там еще писали эффект клир применить. Типа тоже. Да там не работает. Еще не работает. Ну все тогда. Жожа через тильду какую-то ты можешь поменять слоты. Все скинуть. Я бы знал еще, что это... Тильда это буква Йо. Но у меня, я вещи, которые на мне где-то не смогу так выкинуть. Да по выдадут тебе спросил просто. Ну, а подождите. А, ну меня забанить могут, ладно, я думал начать поясничать. Давай, чтоб сейчас не реально, я просто играйте сами, я потом после стрима зайду и почините мне все. Так, а когда будет запуск твоего серва? Алло. Скоро, да, чё? Боба, у тебя пиздюк сейчас вылупится. Да? Да. Пойдем. Тебе надо сделать пи***ля из костей.
Я уже сделал. О, вот он же был. А вот все двигается, шатается. На, кстати, его включил. Ребята, рождается мой маленький малыш. И тебе, ты посох сделал, Вов? Я не убивала. Посох? Это не убили. Я... Ула, Валера, не котика убили. Какой посох? Да, он только что бегал рядышком, давай не пизди. Говорит, у меня драконьего посоха. Хочу его забрать себе. Она было. Ну не орите, ребенок рождается, суки. Как назовешь его? Антон. Антон, хорошо, кстати. А да. Можно в честь меня, Бог Сергей. Уже Серега у меня был, он, кстати, потерялся, в танках застрял. Бессмертный бог, дракон Сергей. Ребята, а как узнать, что это за дракон, если непонятно? Электрический, это электрический. А они как? Самые пи***ые, типа. А в него молнию надо Нет, она, когда, когда он вылупится, он вылупится, молния. Не я могу по нему уехать, да? Кстати, интересно, а он не черный стоит? Нет, он коричневый. А, ну у меня черный электрический. Ребят, Лакин, давайте гендер-пати, отойдите подальше. А ты можешь ставьте голосование. Как думаете, кто будет, Донец или самка? Я думаю, родится крылатый хуй. Бля, это заебал. Мальчик. Бог, если тебе самка родится, то тогда мы сможем спаривать. Охуеть. У меня самец. Мне не для него моя роза. Да. Ой, ну вы поняли. Мне Серега проебал просто в чанку. А зайдешь в этот, понял? К своей драконихе, я там ломакаю ее. Нет, а там Аункер сидит, натягивает дракона. Все, извините. Алок, отойдите, пожалуйста. Ну дайте, я отец, я должен посмотреть на эти роды сам. Уйдите. Это... Я тоже хочу посмотреть его маму. Уберите эту ху** отсюда. Я его они, кстати... маму и... Нет, я убил его маму. А что тут пол пропал? Ой, там дракон появился. Стаси, а что тебе квест дали? Батя драконов! Вот он здесь дали. Ломака, но не высиживай. Да уберите эту здоровую! Это вон как кенту, это тоже электрический, Вов. Это свой. В смысле свой? Ты только что инцест предлагал. Это кто? Это мой. А чё он маленький? Я могу на него сессии полететь? Он маленький, потому что еще ребенок. Конечно, он не может. Я должен всем этим багом зародить весь мир. Давай, ты как Блин, что ты сделал? Чёва! Поставил обратно. Хули он не рождается так долго? Да долго он, 10 минут. Вов, он 10 минут, у меня тоже 10 минут рост. Бля, ребят, я просто вот посох, я... Ты так же по пузу ебешь? Да. Природа, блять. Да нет, ребят, просто, ну, я ЛКМом нажал, а чё яйцо сразу выпало? Роды отменяются, вернее, переносятся. А я хочу, чтобы он нормальную дату родился, чтобы у него дева в Юпитер влетела. Львом родился, лев — это сразу успех. На тельцах хотя бы. Телец вообще мета, реально. Слейд, что бы угодно, лишь бы не скорпион, это вообще. Не, знаешь, мне больше вот бицы не нравятся, честно. Они я такие, скорпион. Блядь, а мужчины-девы — это вообще забей. Что да, за это вообще не пиздец. Да. Нет, ребят, мужчина-дева. Ломат перебрезали дракона, он на меня сагрился. А кто мужчина-дева у нас? Короче, ребят, предлагаю, если рождается девочка, то сдаем в детдом эту дракониху. Нет, если рождается девочка, то мой будет ее яйцо сломали, убери своего дракона, Ломата! Ребят, есть проблема, яйцо сдохло. Нет, вот он. А что за... Это лол Юл Сайрил, вы видели? Подними. Я убрал, перепризвал, ты что не видел, блядь? Бля, вы можете выйти? Я просто вот посижу 10 минут тут сам, а? Ты дракон это же. Так, это будет дракончик. Ломак, закрой стенку. Ты будешь крестным. Договорились. Они там пиздец, смотрите, что на ними. У меня тут тоже родился малыш. А, блядь, уже 3 раза ребенка уронили, блядь, а он не родился еще пока. Я тебя сейчас он залезу. Уходи. Он таким умным родится, вот у тебя. Да, ничего, я тоже падал. Вместе с мамой, кстати. Он должен на подожженном зрите вылупляться. Пиздец. Да не, братишка, можно на алмазный блок его. На 10 алмазных блоков вертикально надо его сажать. Че, реально 10 минут? Да. Пиздец. А если дождь раньше закончится? Нужно продлить.
Всегда хотел побывать на родах. Ну вот, роды дракончика сейчас происходят. А что, дракон сильно задамажил, да? Вас просто там все разлетели. У меня нет. Просто все равно. Тотема меня ебал. У него два папы будет, конечно, и оба в танки играют. Тебе нужно бы того в грозового также откормить. А что толку от драконов в этой сборке, если когда летаешь по серверу? Не-не. Data, get, entity. Жожо кафе, юи. Экран скрой, там возможно идти будет. Содержит следующую информацию. Минус 113. Player data, вот тут юит хранится. Но там цифры, которые вообще отношения не имеют. Писали, что вот его юит. BC72. Нету BC. А, есть BC72. Так а зачем открывать его? Надо удалить же. Смотри, как кота назвал. Ладно, я удалил. И что с ним будет теперь? Он будет голый. Ну не, перезапустится ты, он это... Отойди подальше, лоскич, от дракона. А чё? Ну там писали в чате, что типа кто ближе, тот мама будет. Да не. Ой! Вылупился! Малютка! Реально. А чё делать? Реально. Корми, корми его, корми. До упора взяли. И посохом, и посохом. Это мужик у тебя, это мужик у тебя, это мужик у тебя. А чё посох? Рога ровные, а ну вот, отойди, отойди. Да, рога ровные, это мужик. Еще раз кликни, чтобы посади, как стоял. Собаку нажми его. Посадить. Посадил. Да, вот, всё. Тебе лоткиш давал вот такой рог? Да. Ты. Делай, делай его, делай. Шифтом ПКМ нажми. Блин, они так быстро растут на глазах. Как быстро растут чужие дети. Да, прям да, за да. Секунды. Да. Ебать, он же огромный. Да. Все, максимум. Родился. И теперь садись на него. Ух! Ебаный мама! Держи пробел и взлетай. Как сесть-то нахуй, я не понимаю, он убегает! Ну в рог засунь его, возьми рог себе в руки и по нему тыкни. Да он нахуй где? По телу его тыкни, вот. И теперь где-то на открытой местности призови. Ребята, большой вылупился! Нани! О, правой кнопкой просто чистой рукой по нему тыкни. Ой, блядь! Я себе здоровый нахуй! Ой, блядь! О, Вовин! О, ебидит! Вова, пиздит собаку! Как это так вышло, пацаны? Игра престолов прям. Блять. Че, он будет за мной лететь сейчас? А что? Что мне плохо так? Алло, как убрать? Ты моего дракона бьешь. Как забрать? Это не я бью его. Стой, сука! Убери своего долб***, блять, я не понимаю. Ты возьми по своему ПКМ нажми. Ну, Вова, сука, блять. Ты что, тупой? Я говорю, я не могу поймать его. Ну а я что думаешь, могу? Поймал? Ты прилетел, еблан, да... ты виноват. Ты его пиздить начал, я прилетел, не трогал никого. У меня огромный, говорю, такой сегодня пропал синий. Просто из-за чанка вот такого, как мы вылетали. Так ты виноват. Так нет, я ж стоял, типа, не трогал. Это, скорее всего, у Ломаки дракон решил моего отху... Тут такое бывает же, наверное. Ну у нас одинаковые классы, я не думаю.